Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами снова Джек Шепард. Мы продолжаем марафон по игре Watch Dogs. И я тут заметил перехваченный звуковой файл. Давайте его послушаем. Я считал тебя хэншерой, но, видать, ошибся. Ты же нашел файл. Ситуация усложнилась. Отвлеку Дэмиана истории с Хардом, найду Ники. Он ошибется, точно. Наберусь терпения. А пока что... Бэтбак. Окей, мы в итоге так и не послушали, что же было сказано в записи. Давайте еще раз. Так. Ой, где же это у нас есть вообще? Цифра кайф, кэшран, испытания. Для записи медиа-центр. Че это? Где это? Где звук-то? Че? Че? Ладно, поехали. Открыл тут новости. Какая-то дикая погоня возле Паркер-сквер. Да-да-да, ты так хочешь меня подколоть, ублюдок. Так, что у нас тут есть? У нас есть контракт на деньги. Контракт устранителя, давайте его выполним. Эйден Пирс. Ники рядом? Конечно. Мы вместе читали. Я ей рассказал про все твои трюки. Она психанула. Секретничаешь, братик? Дай ей трубку. Нет уж. Гони айпишник. Ладно. Это где-то в районе Росси-Фримонт. Маленький сервак за толстой дверью. Охраняет куча бандюков. Теперь понятно, зачем мне помощь. Знаешь, как туда войти? Я думаю. Дай поговорить с Ники. А шуму-то было. Эйден. Привет. Мы уже близко. Подожди. Что происходит? Его послушать, так вы не разлей вода. Не верь ему. Это в прошлом. Ники, не надо его слушать. Думаешь, выдаст твои секреты? У меня их нет. Она уже что, на его стороне? Да ладно, Эйден. Думаешь, я в это поверю? Я твоя сестра. Именно. Сестра могла бы сделать скидку. Да что ты? Твой друг взял меня в заложники, а я делаю скидки. Ну, не сгущай краски. В самом деле. Братишка обиделся, а я и забыла, какой ты у нас чуткий. Ты в заложниках так, там или чё? А ещё, родимый. Хватит, детки. Надеюсь, твой план сработает. Ники в тебя верит. Итак, нам нужно сделать контракт устранителя. Без понятия, что за контракт. Но надеюсь, мы его сможем выполнить и получить деньжат. Обычная работа. Подогнать тачку в нужное место. Но что-то мне подсказывает, что тут все не так просто. Ну, всегда все не так просто. Мы сейчас посмотрим, что именно не так просто. И так как музыка такая играет, значит, нам сейчас нужно будет очень быстро перегонять машину из места в место, а потом, скорее всего, мы еще в другую сядем. Тихо-тихо-тихо, куда опять едут, а? Нейтрализовал. Просто шикинско. Так, теперь я постараюсь здесь промчаться просто. До свидания. Я вроде спрятался. Нет? Столбик. Черт подери, это круто. Все, меня тут не было никогда. Конечно, палево, что машина такая побита, но все равно. Я, наверное, вот в эту пересяду, малышку.
уже, ну уже. Так, смотрим, куда нам нужно-то вообще. Угу. Ну что? Я его не вижу. В принципе. Можно вырулить на эту дорогу. Танки, тихо-тихо-тихо. Вот, слушайте, Шикинская подъехал. Мы сделали это? Видать, возвращаемся. 6000 получили. 6000, круто, за 2 минуты угнали. Так, ну это я вам скажу очень-очень хорошо. 6000 это прям очень хорошо. Я бы себе винтовочку какую-нибудь купил. Нас опять дождь, подожди-ка. Машины нет никакой. Да вроде нет. Так, какую бы машинку мне выбрать сегодня? О, ну вы поняли, да? Хоть и дождь, но мотоцикл мне прям роднее всего. Так, что еще могу сделать? Наверное, могу съездить на миссию. А потом после миссии еще там какое-нибудь такое мини-задание сделаем. Подзаработаем. Я, кстати, по-моему, опыт должен был получить. Да? Очко навыков, 2 штучки добавлено. Хорошо, он у нас что-то со взломом. Взломайте противника, чтобы оглушить его, создавая помехи в эфире. Так, окей, я его оглушаю, подхожу и вырубаю. Слушайте, это супер. Особенно при вторжении на вражеские базы. И у нас еще не все территории открыты. В общем, есть еще чем заняться. Да и плюс по основному сюжету еще много миссий впереди. Так что прям реально круто. И вот сейчас в слоу-мо мы посмотрим, как я мимо 2 машин прорвусь. Реально же очень красиво это все выглядит. Просто супер. Плащик такой. И включаю заграждение. Так. Короче, круто. Фу, он проехал на красный. Все нормально, чувак. Вот это райончик, кстати, прикольный. Смогу здесь проехать? Смогу. Вообще еще очень жду игру The Division. Тех же Ubisoft. Я думаю, там будет так же круто, а может быть даже еще круче. Я рискую, но других вариантов особо нет. Мелкая сошка, но есть что терять. Боится своей тени. Тщеславен, но ленив. Ладно, начнем с мобилы. Поставлю прослушку. Запишу его разговоры. Так, если кто вдруг подзабыл, мы сейчас за парнем этим находимся, который на службе. У одного из главарей. Так, ух ты, а взломать будет нелегко. Так, точка отчета вот у нас. Отправляем сюда. Отправляем вот так. Сюда и... Так, а... Мужа. Вот. Например, вот так. Это будет так сделано. Дальше. Дальше, дальше. Вниз у меня ничего не уходит. Поэтому нужно вот так сделать. Угу. А так не получится. Как же тогда? Может быть... Хм... Вот. Хорошо.
взломали. Сказал, что отвезешь меня. Ты его двоюродный брат. Что за важные дела внезапно? Дело, бабуль, работа. Понял. Наша. А что не сказал? Тебе не понять, ба. Так. Ясно, опять твои темные делишки. Почему мужик озвучивает бабулю? Что за слово дурацкое? Слово как слово. С кличкой круче. Бэтбак. Плохой пакет, короче. Ну там, бэтбак по телочкам мастак. Какая гадость! Я не так тебя воспитывала. В наши-то времена. Да, иду. Мне пора, бабушка. Люблю. Да, я тебя тоже. Хоть ты и дурак набитый. Зато у него бабуля, конечно. Посмотрим, что на тебя можно накопать. Ты даже ничего не заметишь. Да ничего его не теряю, сейчас он выйдет. Ты как? Погнали! Что это с раком? Хочешь он на машине, а мне на чем? Скажи, что снаружи сплошь долбанные психи, они хотят забрать все. Глаза и уши тут везде. Ты знаешь, что покупают и продают. Значит, рулишь. Транспорт, а срочный, если кто обнаглел, срочный транспорт. Приведут к тебе. Ну что, замолвишь на меня, словечко? Ну, не знаю. С чего бы. Я тоже хочу рулить, чувак. Ну же, я тебя отвезу, куда только скажешь. Я ж всегда вовремя, Пи. Я тебя ни разу не подводил, чувак. Да, да. Вот потому поторчи пока там. Ну, если по чесноку, хочешь подняться? Я, конечно, ничего не говорил. Но Ирак сейчас занимается паркерской. И как я должен его преследовать? Территория банды какой-то. Блин, Пи, потише, ну. Вот, блин, разборки будут. Походу, Ирак тут все перекрывает. Ну, а кто же мы? Сиделки? Объезд. Нет, солдаты, чел. Помнишь, власть с парнями исчезли? Залупались. Ирак их сам в расход пустил. Я знаю, помогал закапывать трупы. Слышь, тише давай, пацан. Твой братец чуть что начинает параноить. Буду говорить, что хочу. Что, у тебя тоже паранойя? Только когда ты рядом маячишь. Вот. Как раз то, что мне и было нужно. Если Ирак это услышит, бетбага закопают заживо. Че они встали? Так, окей, постоим, пока я увижу. Теперь не вижу. Вижу, 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 все нормально. Ай, блин, не успел. Так, хорошо. Так, интересно, сработает, если я буду откуда-то наблюдать со снайперской винтовкой за ним? Ну, просто, чтобы он у меня в поле зрения был. Например, на крышу какую-нибудь забраться. Перекрыли все. Будто сами копов вызывают. Нет, копов тут не будет. Точно. Всем плевать на это место. Хрень какая-то. Я считаю, они отдали район нам. Теперь мы копы. У вас есть право отсосать. Да ты псих. А у тебя есть право заткнуться нахер. Дай, да как? Блин, не успел. Я вообще думал, что он стоит как бы на стену, за которой я сидел, смотрел. То есть, если бы я выскочил, я бы у него там боковым зрением был еле-еле виден. Хорошо, пошли аккуратно. Будто сами копов вызывают. Нет,
Кто-то здесь не будет, точно. Тихо. Я считаю, они отдали район нам. Вот здесь идеальная позиция, мне кажется. У вас есть право отсосать. Да ты псих. Полегче, братан. Так я закон. Оу! Тут есть где спрятаться? Нет, нет. Твою. Он даже не в банде. Завалили у родного дома. Карты достал? Да, Би. И пин-коды? Все внутри. Что с долей Ирака? Забей на Ирака, обо мне думай. Давай засранец, или мне. О, сики! Большой Би идет! Йоу, че как, Ви? Можно мне к Литл Джусу? Да-да, конечно. Одному? Ну можно, мам. Вот дебил. Закупаешься? Да. Все готово. Как думаешь, они догадываются? Не, и походу Ирак у клуба не в почете. Ха, клуб теперь мои клиенты. Когда буду рулить, про тебя не забуду. Ага, рулить уже собрался он. Пометим. Теперь, наверное, еще с этим захочешь поговорить. Ну, посмотрите, да, вот сошка мелкая, вот самое что ни на есть мелкая сошка, уже там захотел всякого. Надо взять парня. Новости. Важные. Ну так скажи. Не сейчас, бро. Забьемся. Бабло есть? А то. Зачем? Ну так инфа дорогая. Но стоит того, блин. Еще посмотрим. Я бы на самом деле разогнал весь этот гадюшник у них. Там меньше всех платят 12,5 тысяч. Какого черта? Ничего, играем. Да, я видел. Вы должны были следить тут за всеми, и вот что надо было делать. Может, мне позвонить Ираку и сказать, какой херней вы тут заняты? Да нет тут никого, Би. Все подтвердят, тут все тихо. Хорошо. Хорошо. Опаньки, это что за кролик? Но, чё там? Короче, за 5 сотен скажу. Это чё ж за инфа таких бабок стоит? Та, которая типа может спасти тебе жизнь, чел. Ты мне чё, угрожаешь? Ты чё, края потерял? Думаешь, так, и чё буду делать, если он закон нарушит? Чел, Ирак? Нет, ничего не смогу сделать. В Ираке всё дело, мать твою. Ладно, ладно, ладно. Расскажи, что знаешь. Выкладывай. Всё просто. Скоро тебя вызовут на завод, а там завалят нахрен. Эй, чё за херня? Эй! Ты чё творишь, чел? Мужья могила. Какого хера? Кролик тащит у Ирака. Увидишь, гада? Вали его. Погнал, Ви. Цепис. Так, а вон где кролик?
Так, камера. Кто здесь? Тот, кто спас твою шкуру. Договоримся, вытащи тебя отсюда. Какой завод? Так, выведешь, тогда все и скажу. Ладно, слушай меня. Что я тут делаю? Вперед. Ладно. Какого черта? Так, как же мне тебя вывести-то отсюда, а? Так, интересно, он сзади там сможет пройти? А подождите! О нет, я не хочу заново начинать. Почему они его завалили? Блин, он не успел уйти. Круто, охранник подошел туда, куда он до этого не ходил. Теперь мне нужно всех их... Ну, вы поняли. Сейчас прорвемся. Самим даже интереснее будет, я думаю. По-другому. Блин. Ирак решил убрать бедмага. Теперь переться туда и все разруливать. Сейчас я уйду. Меня тут как будто бы и не было. Машину, я так понимаю, не смогу вызвать, поэтому придется конфисковать. Будем считать, что вот эта вот машинка моя. Красивый район здесь. Рядовые для Ирака ничего не значат, но в бандах слабость не прощают. Я видел такое не раз. Не рассчитал силы, отправился в расход. Но если все прокатит, Бедбаг будет в фаворе. Ирак ценит тех, кто выслуживается. Станет доверять. Задание выполнено. Хорошо, ну да, кролик погиб. Так бы он мог быть живым. Но он тоже мелкий бандюга, поэтому я не очень-то грущу. Скажем так, я вообще не грущу. Так, нам нужно назад. Ты вовремя. Твой ненаглядный Морис мне всю плешь проел. Типа ты все не так понял, его подставили, все дела, вот это хны-хны-хны. Ты не против, если я ему в колено выстрелю? Простите. А? Нет, против. Какой ты скучный. Попроси меня еще о помощи. Вообще-то... Тебе нужна помощь. Нужно устроить засаду. Без взрывчатки не обойтись. Справишься? Есть сомнения, а вот захочу ли я, это вопрос. Хотя... А знаешь, мне нравится. Да, круто. Захвачу своих друзей, встретимся тут. Так, ну хорошо, он хотя бы уже к нам подъедет. Эх. Я не успел прочитать, что там было на... рекламном щите. Ну, то, что ужасный ливень начинается, это, конечно, плохо. Видимость меньше будет, и нам будет сложнее сейчас. А
Администрация порта конфисковала контейнер с армейским вооружением на миллионы долларов. Груз прибыл из Европы. А почему сразу два радио? Окей. Всего это часть масштабной схемы. Детали не ясны. Все, приехали. Мороженщик, серьезно? Фургон мороженщика. Окей. Эй! Фу, что это? Погоди, увидишь. Сказал же, захвачу друзей. Твою-то мать. Я думал, ты про взрывчатку. Тогда бы я сказал подружек, но ее я взял. Мне нужно вот что. Надеюсь, ты как-нибудь используешь этих ребят в разборке. Мне надо типа подобрать хвосты, а ты вроде как мне должен. Ничего я не должен. Так, давай уже сюда взрывчатку. Ага. Эти два психа повисли на мне после работы в Габоне. Как они пыхтели, пытаясь меня убрать. Я, короче, такой на маслкаре, зверь-машина, а-ля 70-е, знаешь, когда ДТП называли аварией. Идем. И прикинь, двое этих умников зачем-то решили протаранить меня на своей паршивой экологичной машинке. Ну, она такая, бах, и влетела прямо в фуру, держи. Класс. Вот. Вот что я тебе припас. Обожаю власть. Она такая бомба-липучка. Зырь. Липнет. Круто? Хм. И вот эти идиоты сидят там, ссутся от страха. Машина в хлам, а я и злой на них, и ржать тянет. В итоге я всадил по паре пуль в эти лоснящиеся рожи. Такой вот расклад. Ты разберись, лады? Но нет. Вот что нужно. Точно. Скажем так, это пробный шар. Ну что, потренируемся? Джорди. Супер. Круто. Не нужен мне пробный шар. Конечно, нужен. Сейчас все устроим. Джорди! Это будет круто. Блин. Я хочу взорвать это что. Самодельное взрывное устройство СВУ. Выберите, удерживайте РБ, чтобы прицелиться, отпустить, чтобы бросить. Б, отменить бросок, X взорвать. Окей. Стоп, вот она, да? СВУ, а навык у меня еще нет. Окей. Круто. Мне нравится, как она работает. Ладно, на мотоцикл и поехали. Задание. Уж там-то я власти накидаю. Завод. Люди Ирака приедут сюда. Сложности ни к чему. Ладно. Уберу этих убийц из засады. Ирак узнает, бедбак поднимется. И тогда он мой. Заброшенный. Надеюсь, камеры еще работают.
там тут же куча чуваков. Ирак разделил Ви на две группы. Так, я пока осматриваю, что тут есть. Так, ну скорее всего, где-то здесь запись камер наблюдения должна быть. Это не оно. Отдел записи я уже подобрал. Пока нет. Мне надо выяснить, где у них будет сходка, чтобы можно было устроить сюрприз. У, ловушки круть. Сейчас подготовим засаду, у нас есть 2 минуты. Ну, на столе, я думаю, они ее прям заметят, поэтому кинем под стол. Вот здесь они будут собираться по-любому. Так, сюда. Одну сюда, где будет машина. Так, 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 так. У меня одна последняя осталась. Ну и где-то вот здесь будет основная их, скажем так, группа. Поэтому я бы их тут шарахнул, конечно. Сюда вот. Ага, и зачем я это сейчас использовал? Время, а? Есть. Ага, время есть. Ставни пусть открытыми будут. Еще одна. Хорошо, окей. Вот здесь ставим. Тут тоже будет машина. Так, ну я бы, честно говоря, сам куда-нибудь тут забурился подальше. И повыше. Вот так-то. Все, я готов. Будем ждать, пока время до конца уйдет. И я надеюсь, я их всех подвзорву к чертям собачьим. Бомбу-бум. Ту бомбу. Остальные бомбы с помощью камер придется взрывать. Но я надеюсь, я занял правильную позицию. И кран никто двигать не будет. Я готов. Я все занял. Я даже ворота открою. Первая машина подъехала. Вторая подъехала. Пока ждем, пока они все разойдутся по местам, потому что сейчас взрывать смысла нет. Там бомбочка вас под столом ждет. Нет, 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 лишь бы не увидел. Не зевай, Бэтбак, на подходе, чел. Ага. Блин, босс решил завалить Би? А тебе-то чё? Не был бом бабой, остался бы жив. А вы поменяйтесь. Например, ты за бабу, а Би будет крутым и живым. Ага. Да иди ты в пень, простужай жерде. Бум.
Бум. Бум. Все, они подъехали. Что происходит? Бум. Шикинска просто. Так, два чувака осталось. Так, ну он один. И он уж точно никакого подкрепления не вызовет. А, кстати, можно его красиво убить. Hey, man! Goodbye, man. Так, взломайте мобильник, чтобы перехватить звонок. А твои друзья чутка заняты. Сдохли. Чё-чё? Так, да? Есть кто живой? Слышите? Да ё-моё! Нет, чё, один остался, что ли? Нет! Нет! Он же сейчас расскажет. Настучит Ираку. Твою тогда мать. Бетбагу конец. Где мне взять тачку? Я же все взорвал. А, мотоцикл, окей. Мотоцикл даже лучше. Так, я не должен его упустить, ребят. Конец этой серии будет супер эпичным. И, конечно же, все зависит от того, смогу ли я нейтрализовать этого парня или нет. Далеко собрался? А, приятель? Так, нужны ловушки, нужны ловушки. Что я могу сделать? Как я могу его сейчас остановить? Куда? 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 Куда ты поедешь? Ох ты, он врезался сам. Придурок. Все, ничего не было. Уезжаем. Итак, в общем-то, с вами был Джек Шепард. Большое спасибо за просмотр и счастливо. Увидимся в следующих сериях.